Мы в Димоне пока еще. Скоро будем в пустыне. От Димоны до пустыни рукой подать. О, Леха, займемся спортом. Окей, девочки, смотри, а? Я хотел бы уже заниматься теннисом. Нам вот на эту горку. Хорошенькое начало. Димона покидает нас. Или это мы Димону, все в этом мире относительно. Впереди горы Димоны. Они уже начались, и начались довольно круто. Вершина уже почти покорена. Ура! Куртки не взять. Чтобы получить ветерок, тебе нужно будет быстро ехать. Эти звуки, которые издает Илюха, вы не обращайте внимания. Это не то, что вы подумали. Это всего лишь рация, настроена на прием всего, чего попало, кроме того, чего нужно. Во всяком случае, то, что нам понятно, что это нужно идти прямо, ребят. Вон отеха вечер. Да, сейчас найдем. Не, ну вот тут тропинка такая классно наезженная проходила вправо. Смотри, стоит. Цапли, да. Ух ты. А? Да. Не, она их пугает так, чтобы они шли куда надо. Это они хотят поверху идти, она их нахрен загоняет. Видишь как? Видишь? Врагу не сдается наш гордый варяг. Здесь вам видно эту горку. К сожалению, стабилизация камеры на 10-кратном зуме оставляет желать лучшего. Я адреналина получил за весь Тиюль, а с одной этой горки. Ну как, Илюх? Мои пещеры там. А он стоит еще и... Леня, не предобавляй мне работы. А он стоит и пи все время. Говорит, вот, говорит, пи такой. Пи. Она все здесь пи. Че, будем искать колючки или что? Вот он нахер. Мы спускаемся к нему. Нам сюда, вот вокруг этой горы.
А здесь у нас, ребята, традиционный что? Ну, ни за что не догадаетесь. Вот сейчас будет написано внизу картинки. Правильно, привал. Ребятки малость подустали. Пустыни, посреди голых диких камней, среди совсем ничего. Сидим, пьем чай, и очень вкусно. Мы не доехали до этого места, а было бы отличнейшее место для привала. Вот на будущее. По прогнозу синоптики обещали. Солнце в дымке, они нас не подвели только наполовину. Солнце таки есть, а дымки таки нету. У нас заканчивается вода. Будем надеяться, что нам хватит. Доедем на последних каплях. Ура, на Халяшалон имеется вода. Кто не верит, пожалуйста, вот он, доказательство. Где он находится, координатами обеспечим, нет проблем. Вы посмотрите, самая красота началась. А нам пи! Последний километр. Воду нам мы стрельнули. Нам повезло, поэтому сил прибавилось. Стало не так жарко. Мы полные оптимизма. Завершаем этот маршрут. Привет! Родная Димона, как мы ей рады сегодня. После тяжелейшего маршрута по сильной жаре пешеходная часть заняла немало. Но мы сделали это. Ура! Леня! Я так понимаю, на интервью у тебя уже нет сил сегодня. Мы уже смотрим на жизнь с оптимизмом. Да. Ну, нам тут осталось каких-то 600 метров. Отлично покатались, правда. Было. Покатались, походили. Красивый город Димона. Да, какой фонтан классный. И цветы. Давай, Леня, ныряй в фонтан! Ай, вот тут наши машины. Вот, вот она родная. Ну, ух. Что, что ты сказал, Леня? Мы как пацаны сегодня с водой лоханулись. А кто-то хотел еще бутылку воды оставлять в машине. Леня, держи на троих, на троих. Это исторический момент. Обезвоженного Илюху. Видишь, он даже с двух стаканов пьет. Жадина Илюхи долить надо. Да, давай. Ой, как хорошо. Ваше здоровье, ребят. Сегодня я не готов на второй круг. Сегодня я не скажу, что это был легкий маршрут. Один из самых тяжелых. Сегодня был убийственный маршрут, я скажу. Хотя солнца не было. Давай допьем. Дай, Люк, еще. Дай, дай. Смотри. У нас спас на маршруте. Смотри. Достал воду. Вот для чего нужен арабский язык, а? На иврите с евреями не договорился. А по-арабски с арабами договорился. Он мне говорит, хочешь радиатор тебе налил? А я шел. Ну что, ребятки, отпоились, откормились. Все, ребятки, по домам.